Установлено, что 33-летний саратовец организовал интернет-магазин, основной сферой деятельности которого являлся сбыт наркотических средств синтетического производства. Сообщник фигурантов в специально оборудованной лаборатории в подвальном помещении занимался производством наркотиков, а также выполнял функции курьера, производя закладки с дозами на территории города Саратова. При задержании подозреваемых в салоне транспортного средства, зарегистрированного на одного из них, полицейские обнаружили около 40 граммов синтетических наркотиков, приготовленных для сбыта. В ходе проведения оперативных мероприятий в помещении подпольной нарколаборатории, оборудованной в частном домовладении, обнаружено и изъято около 4 килограммов смеси, содержащей наркотические вещества. В отношении подозреваемых следственной частью Главного следственного управления, Главного управления ВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. День Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.